Привет! Это Кристина, знаете ее? Нет. Мы идем. Мы идем в столовку нашу. Кушать. Посмотрим, что там есть, может, пойдем в другую. Да, посмотрим. То, что я знаю, что цены выросли, и мне это не нравится. А еще я только что читал презентацию, которая длилась, по-моему, вечность. Там было миллион слайдов, Кристина ее сделала, говорит, прочитаешь. Я такой, окей, сажусь. Почему так много? Макароны. В общем, смотрим, что тут есть. 12 злотых. Подорожало, было 8,99, стало 11,99. Ужас. Заказали, короче, в столовочке. Кристина заказала курицу с картошкой и салатиком. А я макарены и с беконом. Ну, мы так сделаем. Я половину да. съем. Потому что я и того хочу, поэтому съем половинку этого и половинку того. Все. В общем, приятного нам аппетита. Мы вернулись домой. Написали зачет. Не знаю, я написала, вышла, была такая в нормальном настроении, думала, что все будет хорошо. Потом вышел Никита, сказал, что я слишком рано вышла, потому что препод начал там помогать остальным там подсказывать. И я из-за этого расстроилась, начала узнавать правильные ответы, а у меня там что-то не сходилось. Короче, я расстроилась и думаю, что я не задала. Хотя потом я начала считать правильные варианты ответов, какие у меня. И я надеюсь, что может все-таки я набрала хотя бы 15 правильных из 30. И тогда... Блин, неудобно. И тогда это получится, что я сдала на тройку. Мне хотя бы на тройку взять, просто чтобы сдать, и все, и отстанет от меня. А то я ненавижу вот это. Сдаешь, что ты там не сдал, ты вроде как бы сдавал уже этот экзамен, но количество экзаменов не уменьшается. Поставили чайник, Никите горло начинает болеть. Купили таблеточки для горла. Вчера еще начало першить, и сегодня целый день першит. Мне это очень не нравится. Купили таблеточки какие-то для горла, поставили чайник. Будем пить чай горячий, чтобы горлышко не болело. Да? Угу. О, кстати, Никита сегодня на это, на вождение. Я так странно держу, у меня, наверное, блин, руки видны в экране больше, чем я. Рука затекла просто. Будь здоров. Спасибо. Пойдет Никита через 2 часа на вождение. Я тем временем попытаюсь разобрать чемоданы. Просто ненавижу это делать. Собрать это еще ладно, но разобрать это просто... Чемодан может месяц стоять, я могу приходить, одежду с чемодана доставать, и все, пока он не опустошится полностью. Уже результаты теста. Все, мы сдали. У меня 4, у Кристины вообще 5. Просто я не знаю, как это произошло. Я не понимаю, как я могла все написать. Он стопудово как-то неправильно посчитал. У нас вообще нету плохих оценок в группе. Самая низкая — это 3,5. У одного человека. У остальных типа 4, пятерки, там 4,5. И у меня 5. Хотя у Кристины 2 вопроса точно неправильны. Ну, даже, наверное, больше, потому что я некоторые... которые я не знала, наугад ставила. Вот я тебе рассказывала про эти сокращения с английского языка, которые я вообще там забыла все. И 5. Может, у меня было типа на 4 я написала, но из-за того, что у меня нету пропусков, как, есть 2, но 2 можно, а 3 уже нельзя. И типа из-за того, что только 2 пропуска плюс балл, потому что в прошлом году так было. 40 минут назад Никита ушел на вождение. Я вот легла на кровать, и тут лежу, подсвечиваю себе телефоном. Вот мало ли плохо видно, потому что горит только гирлянда. А я посмотрела видосики там разные в ютубе. Прошло уже 40 минут, через 40 минут Никита приедет. О, я не могу встать с кровати, не хочется. Ну, мне так хорошо лежать. Я бы лежала и лежала. Вообще... Пообещала, что я пойду разберу чемоданы. Просто так не хочется. Зачем их вообще разбирать? Может, подождать, пока они сами разберутся. Брать оттуда вещи и все. И потом вещи закончатся в чемодане. Тяжело. Не хочу вставать. Еще на сегодня, блин, на вечер очень многое учить. Завтра предмет один там... Получается, будут открытые вопросы. То есть вопросы нужно написать прям ответ. Не так, что тест выбери, а именно написать. И все вот эти вот темы, которые были в течение семестра, вышли, по-моему, на 26 страниц А4.
как это выучить, я не знаю. Помимо этого, завтра у нас еще сдача проекта. Но проект сделан. Уже неделю назад сделан. И еще будет еще один этот зачет. Тоже не тест, а именно прям вот написать по финансам каким-то. Я не помню точно название предмета, но мы там что-то курсы валют учили, учили, как их считать, как там, короче, составлять что-то там какие-то. Ну, в общем, всякая такая ерундень. И это тоже нужно будет повторить. Думаю, вот это второе, там, где по курсам валют, там на самом деле не так много. Я это сделаю уже в универе, потому что после первого экзамена у нас будет... То есть мы напишем, выйдем, и у нас где-то останется, может, полчаса до следующей пары. И во время этой пары, которая начнется полтора часа, мы зададим только проекты, и я думаю, больше ничего не будем делать. У меня будет время подготовиться. Я как бы и так нормально в этой теме. Вроде разбираюсь, вроде все хорошо, но вот выучить, там подучить как раз можно будет в универе. А может, даже и сегодня посижу, еще не знаю. Но вот к первому надо готовиться, потому что... Не знаю, как его задавать. Буду учить только основное. Не буду углубляться в какие-то мелочи. И вот прям самое главное буду учить, и все. И потом, когда сяду писать, буду лить воду, как говорится. Посмотрим. Главное сдать хотя бы на минимальную оценку, потому что такие экзамены я не люблю, когда нужно самому писать. Мне проще тест. Ну, потому что это быстрее. Все равно проверяется, как ты знаешь, знания. Угадать там из четырех, конечно, можно, но процент маленький. А вот написать от себя бывает такое, что ты как бы знаешь и не можешь вспомнить. Забываешь просто и все. Ладно, заговорилась я. Это потому что я не хочу чемоданы разбирать, надо идти. Никита, когда будет уже подъезжать домой, ну где-то примерно так за 10 минут до того, как он приедет, поставлю воду, сварю... Либо гречку, либо рис. У нас-то мясо за вчера осталось, и мы покушаем. Чтобы он приехал, и сразу было горячее. Приехал я с вождения пару часов назад. Сидели, играли с Лёхой в Hearthstone, устанавливаю игру Forza Horizon, гоночку, четвертую. Давно поиграть хотел. Один раз установил, что-то она не работает, что-то я там не по инструкции установил, блин, заново надо устанавливать. Она еще паскуда как-то долго так устанавливается. Вообще ужас. 2 часа, блин. Хотя я ее скачал. Она весит что-то там в районе 50 гигабайт установочник. Я ее скачал, наверное, за час. Устанавливаю 2. И сейчас второй раз устанавливаю еще 2. Короче, капец, чтобы в нее поиграть, это еще надо целое испытание пройти. Кристина сидит там что-то в ноутбуке. Я готовлюсь к завтрашнему зачету уже-то. Вроде предмет большой, первую тему глобализацию открыла, что дочитаю, блин, все что-то связано с глобализацией. Я вроде понимаю, о чем, не знаю, может, мне ничего не учить. Мы еще покушали рис и мясо, которое Никита вчера приготовил. Сейчас Никита делает чай, потому что мне болит горло. Не болит, а так чувствую, что как будто начнет болеть. Выпила таблеточку, Никита тоже выпил таблеточку. Никита ел бананчик. Ты его съел? Ест бананчик, значит. А я готовлюсь что-то. Чё готовлюсь, не понимаю. Записываю этот видосик по второму кругу, потому что Кристина фотограф. Я не включила камеру, включила фотик, так еще фронталку, сфоткала просто стену, разговаривала с камерой, после чего смотрю, у меня экран потухший, потому что там какое-то количество времени, и я не дотрагивалась до экрана. У нас 12 часов ночи. 8 минут. И это значит, что сегодня у этого вот, вот этого вот, вот этого вот, вот этого соседнего человека день рождения. Никита, ваши ощущения? Ноги сводят уже? Угу. Руки болят? В локтях. Ощущения. Никитке сегодня 21, вы представляете? Что такой старый? Я вообще молодая. Мне как бы тут 18 лет. Что хотела сказать? Прощаться хочу с вами, потому что будем собираться ложиться спать. Я повторила предмет еще один на завтра, который не собиралась повторять. Повторила за 5 минут и все.
Никита играет в Hearthstone, потому что я буду монтировать видео без настроения, потому что мы смотрели одну серию Наруто, посмотрели, и я пошла учить следующий предмет, а он расстроился, что я не хочу больше смотреть. Но я хочу больше смотреть, просто надо было повторить. Поэтому я повторила, монтирую влог, мы ложимся спать, включаем Наруто и смотрим еще Наруто, чтобы Никита не обижался, потому что я хочу смотреть. Я, кстати, разобрала все-таки чемодан. Очень даже быстро. Два чемодана. За 5 минут. Но носки я потом разбирала. Просто носки все были такие. Не по парам лежали. 20 минут собирала вот эту мозаику. Вот, теперь мы счастливы. У нас есть сложенные носочки. В принципе, на этом все. Больше ничего интересного у нас не произошло. Всем до завтра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик можете включить, чтобы вам приходили уведомления. Мало ли кто-то не спит в 3 часа ночи и хочет посмотреть наше видео. Так вот, они примерно в это время и выходят. Всем до завтра и пока-пока. Прощайте.